13 сентября открыли участок дороги, идущий из морского торгового порта в город. Напомним, в 2014 году здесь в результате обрушения части дорожного полотна образовался обрыв. В течение 3 лет разрабатывали проекты, которые помогли бы исправить положение. И вот спустя еще несколько лет эта дорога может полностью функционировать. На долгожданном открытии участка присутствовали губернатор региона Сергей Носов и мэр города Юрий Гришан. Городоначальник, в свою очередь, рассказал о важности и значимости этой дороги. Меня в последние годы, когда спрашивали, какая самая главная проблема в Магадане, я говорю, это дорога из морского торгового порта. Потому что это и продукты питания, это и строительные материалы, это дорога жизни для города Магадана и всей Магаданской области. Ну а для нас, как собственников дороги, было очень сложно эксплуатировать. Здесь было одностороннее движение, светофоры, машины стояли на подъем, грушенные с морского торгового порта. Это создавало, ну, такую как бы... бутылочное узкое горлышко, где была постоянно проблема. Сейчас отлично, что все сделали. Благоустройство – это второй этап, идет своим чередом, но дорога, самое главное, у нас есть. Поэтому спасибо всем и строителям, и заказчику, и правительству Магаданской области за то, что сделано в интересах города Магадана и области. Также, как сообщили «Вечернему Магадану», то гарантия на новое дорожное полотно составляет 50 лет. Кроме этого, все оставшиеся работы по благоустройству данного участка планируют завершить до 2025 года.